Снимаешь на видео? Да. Все. Привет всем. Звоню в Сбербанк. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Это Сбербанк. Я ваш голосовой помощник. Хотите, я вам расскажу немного о себе и о том, чем я могу вам помочь? Нет. Мне надо связаться со специалистом. С оператором. Теперь я работаю оператором. Я быстрее человека помогу, если нужна блокировка карты, или вам поступил подозрительный звонок. Так и скажите, и я сразу приму меры для вашей безопасности. Только если я сама не смогу вам помочь, соединю вас со специалистом. Скажите, что вас интересует. Я хочу связаться с оператором. Я много чего умею. Позвольте мне вам помочь. Например, узнать баланс карты или проверить последние операции. Давайте, может, помочь. Я хочу связаться со специалистом, с живым человеком. Сейчас все операторы заняты, а я свободна и тоже могу ответить на большинство вопросов. Какой у вас вопрос? Связаться со специалистом. Давайте договоримся. Если ответить на ваш вопрос будет не в моих силах, тогда я соединю вас со специалистом банка. И все-таки, что вас интересует? Ты уже бесишь. Мне в интернет-магазине не поступил платеж. Деньги должны были вернуться на карту 19 июня. Вы можете мне помочь? Что именно вы хотите узнать? Например, комиссия за платеж и узнать, от кого перевод. Деньги не поступили на карту, хочу выяснить. Свяжите меня со специалистом. Будьте добры, уточните вопрос. Свяжите меня со специалистом. Ёкарный бабай. Соединяю вас со специалистом. Слава Богу. Мы записываем разговоры с клиентами, чтобы сделать обслуживание еще лучше.